Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Самса по-домашнему. 100 грамм вареной колбасы натереть на крупной терке. Тесто слоеное пресное 800 грамм раскатать в прямоугольный пласт толщиной 5 миллиметров. Разрезать на полосы примерно одной ширины. Каждую полосу разрезать на квадрат, чтобы сложив у вас получился треугольник. У меня из этого количества теста получилось 12 штук. Я использовала три разные вариации начинки. Плавленый сыр с колбасой и просто колбаса. На каждый квадратик выкладываем по 2 чайные ложки начинки. Складываем треугольниками, заклеиваем хорошо края и формируем самсу. Выкладываем на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Взбиваем одно яйцо и смазываем самсу. Ставим в разогретую электродуховку на 180 градусов на 25-30 минут. Выпекаем до светло-золотистого цвета. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита, кушайте вкусно. До новых встреч!